Стройные ряды спецтехники перед Радищевским домом культуры – живая иллюстрация технических средств, на которых сегодня может работать человек. Было бы желание. А предложение – вот оно. Несколько десятков работодателей встречают сотни соискателей на межрегиональном этапе Всероссийской ярмарки труда. На ярмарке у нас сегодня работают социальные партнеры. Здесь можно заключить социальный контракт на поиск работы, на индивидуальное предпринимательство, на сложную жизненную ситуацию. У нас сегодня работает конституционная площадка по демографии. Сегодня работает здесь юрист, где можно получить юридические услуги. Главное, что здесь можно найти работу. Ее предлагают предприятия из разных районов области. Консультируют, отбирают претендентов и рассказывают о возможностях трудоустройства в нашем регионе. В настоящее время, после того, как мы произвели реконструкцию, станочного парка, мы завезли новейшее оборудование станков ЧПУ. И сейчас очень остро нам требуется наладчики и операторы станков ЧПУ. В современных реалиях востребованы все, даже с минимальным набором навыков и знаний. Чему нужно, научат. Если нужно, замотивируют. У нас полностью соцпакет есть на заводе, то есть полностью по трудовому кодексу, принимаем на работу. 8-часовой рабочий день, 5-дневка. Есть комната приема пищи, как мини-столовые. Если вдруг мы принимаем на работу тех, кто из других районов или областей, для них есть гостиница также. Также комната приема пищи. Им компенсирует уже было такое, проживание и питание. Профессионал, начинающий специалист или старшеклассник, стоящий перед выбором дальнейшего пути. Каждый нашел на ярмарке интересную для себя нишу. А главное, людей, готовых показать, подсказать, поделиться опытом. Как мы обучаемся, на каком оборудовании, что у нас интересного. Помимо такой учебной части, у нас также и проходят развлекательные различные программы. То есть совмещаем приятное с полезным. Эстафету Всероссийской ярмарки вакансий готов подхватить Ульяновск. 12 апреля ярмарка трудоустройства «Работа в России. Время возможностей» развернется во дворце губернаторский.